Здравствуйте, дорогие мои мудрые русские люди. Немного вас на планете Земля, вот вообще немного, но ничего. Несем свет, множим разум. Буква, буква О. О, Йо. О. Буква О, кольцо, окружность. Как длину кольца узнать? Пи на D, так О получим, D диаметром принять. Если циркулем начерчен, пи де О, как пи 2r. Центр, радиус отмечен, понимаем мат теперь. Те, что в рясах преподобных, знали мат весь на зубок. А потом всех неугодных вдруг настиг тяжелый рок. Не пишу, что с ними сталось, будет горестно читать. Заменю печаль на радость, лучше тару изучать. Мат родной не забывайте, много смысла в тех словах. Грязь из мысли вычищайте, свет пусть будет в головах. Извиняюсь, что отвлекся, много хочется сказать. Ведь в тела еще вернемся, будем снова все искать. Эх, вернуть бы тару в храмы, возродилась бы и Русь. От чернушников все раны заживает в людях пусть. Буква О нам все привычно, губы в дудочку, кольцо. Все, теперь и ты язычник, все улики налицо. Отче, отечество, помните слово? Не на бумажках о всяких законах, а прям в культуре, были тысячи лет. Наши иконы, культуры той след. Убили культуру, убито отечество. А без культуры всему человечеству пить чашу горечи снова и снова. Рейх от фашистов опять уготован. Отче отечество, родина-мать, только на них может Русь устоять. Слався отечество, в гимне поется, только в церквях первый рейх остается. То ли смеяться, то ли заплакать, начать в поповке дать грязные лапти. Нет, нужно просто ликбез проводить. Только ликбез может Русь возродить. Благ нашему роду. Пока-пока.